Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Вадим Котом. Ребят, вы не представляете, на какую я игру наткнулся. Вот это я, Вадим Котом. Буква М не вместилась. Супер игра, которая занимает первое место в рейтинге топ бесплатных игр на Google Play Market. Оу, это Bubble Квас. Bubble Квас, ребята, вы представляете? Смотрите, это я, трусы, свинячие трусы, это я. Так, смотрим, бойцы. У меня 44 бойца из 52. Смотрите, Морген. Да, я богатый у шлепок. У меня много денег. Мое лицо это коробка. Ребят, тут с матюками. Амогус, смотрите, по-моему, это жопа Амогуса. Ту-ту-ту. Выбрать ту-ту-ту. А есть еще смешнее, давай. Смотри, мы сейчас проверим всех скинов. Шлепа в тазике, ребят. Хорошие пельмени, это очень вкусно. На самом деле рецепт простой. Много мяса, мало теста. Так, трусы в виде свиньи. Ну, это у меня сейчас как раз. Есть какой-то вот Рудольфий. Я что? Так, анонимус с пакетом от ИБ, ребята. Анонимус с пакетом. В значит вынести мусор. Обычный анонимус. Ладно, это неинтересно. Прозрачная маска. Ты зачем прозрачную маску купил? Ребят, короче, ну это полная ржака. Смотри, Хотелкин. Ого, хочу оливье, а еще редиса по скидочке. Там самое смешное есть в конце, где смотри, эпики. Сейчас, ребят. О, Рорик говорит, тут эпики есть. Сейчас мы их найдем. Лендарки. Смотри, самурай дог. No horny animal. Так, ребят. О, Эль Папа! Это что, Эль Примо? Только Эль Папа! Сильный, стройный, великолепный человек с большой буквы. В общем-то, говоря, отец. Да, ребята, сейчас поиграем за этого Эль Папу. Так, как вы понимаете, смотрите, полностью менюха сделана такая, как и в Бравл Старсе. Заходим, есть путь к славе. Кстати, это я открыл. Ростик уже его открыл, смотрите. И Кольт попробуй забрать. Кота Кольт. Не, еще не дошли до Кота Кольта, ребят. Сейчас мы все сделаем. Сейчас посмотрим вообще, как тут играть. А тут надо телефоном. Смотри, вот да, так. Да, я понял, я понял. Слушай. Что-то немного лагает. Лагает игрулечка, ребят. Я немножко в шоке. Ну ладно, в магазине, ребят, мы можем покупать ящики. Классический ящик. Ящик анонимусов. Ящик Денджион Мастера. Ух ты, елки. Денджион. Ну, короче, манки ящик. Ро, я открою один ящичек. Там у меня 390. Смотри, смотри. Тут обезьяны выпадают. Монеты. И... манки в автобусе. Подожди, это новый чешок. Вроде мчусь без там... оглядки на 21-м. И еще давай один. А там бесплатные есть. Опа, манки на стрижке. Эпический боец. Отрастил челку до Китая. Заставили убрать. Капздец, ребят, давайте с этого ящичка. Что выпадает? Опа, Марк Вулф, обычный, дружок-пирожок, не путай двери. И тут... ладно, еще давай, попробуем, глянем, что, кто выпадет. Рикардо Мило. Рикардо Мило, чисто флексер такой, пофлексим, друг мой. Так, ребят, ну давайте посмотрим, какие игры есть. Здесь всего лишь два режима. Нет, четыре, да. Не разработки. Два еще в разработке. Смотрите, Bubble Jump и Bubble Run. Давайте сначала попробуем побегать. Эль Папа будет бегать. Ребята, вы готовы? Ребят, кто еще не поставил лайк, срочно влепите лайкос этому видосу. Давайте соберем 100 тысяч лайков. 100 тысяч лайков и продвигаем Bubble Quads в топ. Погнали, ребят. Так, блин, а как тут? О, вы видите? Это жиробазина перепрыгнула машину. О, блин! Заново можешь начать или... Так. А тут надо сильно... близко к машине. Слушай, да. И вот так прыгать. Оп! Ух, елки-палки, задел своей элегантной ножкой этот Бэтмобиль. Ой-ой-ой, ого! Ты видел, как он стрыбанул? Ха! Блин, ну не-не-не! Ладно, ребят, надо сейчас сосредоточиться и пройти все-таки этот левел. У нас рекорд 9. Сейчас, смотри, смотри. Оп. Рано. Давай, давай, Васька, давай, давай, давай. Ух. Так, ребят, счет 3. Ну, давай, нормально так. Надо побить рекорд.
рекорд 9. Оп, оп, рекорд у нас 9. Это Рорик тут играл уже? Счет есть. 6 пока. Оп. 7. 7 машин, ребят. Эль Папа перепрыгнул 7 машин. 8. Ставь лайкосики. Опа, опа, не ждал, не ждал. Есть. Новый рекорд. Рекорд Эль Папа побил. 11 пока. Да, друг мой, да. 12 тачек. Ребят, 12 тачек. Эта жирная свинья перепрыгнула. Капздец, это прикольно. Капец. И давайте посмотрим, какой же второй. Второй здесь Bubble Jump. Посмотрим, как этот жирный свин прыгает. Здесь нужно, ребят, крутить телефоном. Поэтому, не знаю. А, получилось. Смотри, смотри. Блин. Очень быстро, чтобы получилось. О, ты чё, ребят? О, это жирный папка. Рекорд 30 у меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ребят, это очень высоко. Не, я, кстати, высоты боюсь. Ёшкин ты, баба Ёшкин. О, куда ты? Ты застрял. Ребят, залагала. Игра залагала. Не, а ты просто застрял. Я не вместился между этажами. Ну, давай ещё разочек. И... Вот так, ребят. Куда? Ух ты! Капец, ребят. Слушай, этот парень настолько резкий, что я просто аж... А тут можно не крутить, не попадать и сразу так сильно раскрутить. Смотри, обратно завис, ребят, я ничего не делаю. Нет, ты просто застреваешь. Где я застреваю? В воздухе, ё-моё. Так можешь вот так еще раз в другую сторону и все. Короче, ребят, ну, это не наш конек, но вы поняли, да? Вот самое прикольное, ребят, это, конечно же, бойцы. Эль Папа, да, очень прикольный. Смотрите, спуик. Он не овощ, он кактус. Овощ это ты. Так, кот Анонимус. Снюсет. Игрушка кальмара, ребят, есть, смотрите. Матрешка Кракена. Оу, блеон. Легендарный боец, которого жаждет весь детский сад и начальная школа номер 12. Ой, она не так. Ладно, ладно. Босс Анонимусов, ребят, есть. Босс Анонимусов. Вот это да, легендарный. Как Цой, но такой молодой. Короче, ребят, вы видите. Опа, смотри. Куда круче, чем Катольд. О, крутяцкий парень. Еще у нас вроде бы уже путь к славе почти разблокировали. Кольца. Да, почти. Еще нету, но скоро будет, ребят. Надо на сотню продвинуться. Ладно, друзья, ставьте лайк. Если вам понравилась новая игра... Блин, забываю. Бравл Квас. Бабл Квас. Да. Блевану сейчас. Такое название. Ну, короче, на первом месте в рейтинге. Я в шоке. Вот да, я в шоке. Вот это 2022 год дает. Вот это жесть, ребят. Все, давайте, ставьте лайки. 100 000 этому ролику.